Детские товары – одно из наиболее перспективных направлений на рынке онлайн-торговли. Но большинство мам в России не доверяют бизнесу и покупкам в интернете, что является значительным барьером для его развития. При этом мамы активно общаются в интернете и полагаются на отзывы других мам. «Мамагазин» — это новый интернет-магазин детских товаров, открытый в июле 2014 года. Как сделать так, чтобы мамы поверили нам? В наши дни достаточно непросто, быстро и правильно подобрать соответствующие какие-то товары для малыша. Очень много всего для детей производят, очень много информации в интернете, на телевидении, реклама, журналы. Столько много разных мнений, экспертов, блогов. Очень сложно среди всего этого разнообразия, во-первых, найти качественные товары, а во-вторых, найти товары в наиболее оптимальной цене. И как понять среди всего этого шума, что именно нужно моему ребенку и где это найти по лучшей цене? Чтобы мамы поверили в «Мамагазин», мы решили обратиться к ним за помощью и создать его вместе. Для этого мы отправились в турне по всей России. Лично встретились с мамами и узнали, каким они видят идеальный интернет-магазин детских товаров. Но на самом деле мое мнение изменилось, когда представители мамагазина пригласили меня на личную встречу мам, и мы сидели все вместе и обсуждали, что именно нужно мамам. У нас слушали, записывали, задавали вопросы, мы сами высказывались. То есть получается такое большое мама-сообщество, которая занимается умным мама-маркетингом. Что было вдвойне приятно, потому что у нас вообще, к сожалению, в стране это не распространено почему-то. В итоге появился магазин для мам, которому я могу доверять. И это очень здорово. Сначала мы подготовили ведущих мам-экспертов. Команда из 12 мам-ведущих прошла курс специальной подготовки, а также прослушала курс по психологии потребления и особенностях женского восприятия. Затем мы отправились с ними в увлекательное турне по городам России. Медиакомпания в социальных сетях и интернете привлекла внимание 200 000 мам к встречам мамагазина. Было получено более 20 000 заявок на участие во встречах. Мы отобрали 6 000 мам, которые приняли участие в фокус-группах и помогли нам создать исчерпывающий список требований к идеальному детскому интернет-магазину. Несколько тысяч детей пришли на встречи вместе с мамами. Наши аниматоры провели сотни конкурсов и надули 1000 шариков. Благодаря непринужденной атмосфере и профессиональной организации, каждая встреча принесла нам бесценные знания, которые были применены при создании «Мамагазина». Авторы лучших идей были награждены сертификатами на покупку в 3000 рублей. Мы получили базу лояльных мам-агентов, каждая из которых стала участницей программы лояльности магазина. Да, все так и было, и было очень здорово. Я теперь всем своим подругам рассказываю про мам-магазин, кидаю ссылки, и всем нравится, мне тоже очень нравится. Теперь появился магазин, который слышит, слушает и меняется. Меняет свое мнение, улучшается. То есть это живой магазин, для которых мнение мам и ребенка стоит на первом месте. Теперь интернет-шоппинг – это приятно, это удобно и это быстро. Наше общение с мамами и обсуждение «Мамагазина» продолжается до сих пор. Мы создали группы ВКонтакте, в Одноклассниках и Фейсбуке, где ежедневно за нами наблюдают 16 000 подписчиков. Наша компания позволила выстроить доверительные отношения с мамами. Было проведено более 600 встреч, собраны 1000 анкет и идей для «Мамагазина». 1000 мам стали сооснователями «Мамагазина» и адвокатами нашего бренда. Мы на деле показали, что «Мамагазин» — первый и единственный интернет-магазин детских товаров, созданный мамами для мам, и укрепили это в сознании родителей.